Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Родионова Дарья Михайловна. Я врач-невролог детской городской поликлиники номер 143. Многие из вас обращаются ко мне с жалобами на нарушение развития речи у детей. Сегодня я предлагаю вам ознакомиться с нормами речевого развития у детей от достоверных источников. Итак, первое, что появляется у ребенка, это эмоционально окрашенный крик на какие-либо раздражители к концу первого месяца жизни. Далее, к 2-3 месяцам, у ребенка появляется гуление, гласные звуки совместно со звуком «г». Далее, к 6-9 месяцам, развивается лепет. Это простые слоги по типу «мама», «га-га» и так далее. Далее ребенок начинает подражать звукам речи взрослых, и к 11-14 месяцам появляются первые простые слова «мама», «папа», «дай». Далее словарный запас ребенка постепенно увеличивается, и к 2 годам ребенок может говорить простыми словосочетаниями, а к 3 годам – простыми предложениями. В заключение хотелось бы вам сказать, что речь является важной коммуникативной функцией, поэтому для ее правильного развития больше общайтесь со своим ребенком, вовлекайте его в разговоры, спрашивайте его мнение, вместе читайте, рассматривайте иллюстрации. Также важно развивать ребенка физически с помощью подвижных игр для правильного развития мелкой моторики, что также способствует формированию речи.